Добрый день, дорогие друзья. Огромное спасибо всем, кто откликнулся на мой предыдущий ролик по поводу вот этого нового конвея КВ-870. Многие скинули, не многие, два друга, Вячеслав и Вадим, скинули видео, как калибровать. Ну, 600-й. Но вот, к сожалению, с этим конвеем вот эта процедура, она не получится, не пролезет. И давайте сегодня просто, вот сегодня утром, буквально в течение часа, привезли 4 батарейки на обслуживание. И давайте посмотрим и постараемся вычислить погрешность. На какую погрешность опережает именно вот этот 870-й. Я сделал замеры 600-м конвейчиком, и давайте будем работать. Теперь поработаем 870-м. Так, обычная. Так, это у нас 500 ампер. Первая батарея, видим вот такие параметры 600-го конвея, и вот как отличаются параметры 870-го. Так, 57 по соху, заряд у нас 100%, 287 ампер выдает ПН, здесь выдает 299. Какой-то странный довольно-таки алгоритм. Так, по напряжению у нас, в принципе, пиха в пиху практически, 12,77, здесь 12,78. Так, сопротивление у нас 600 и вычислил 9,32, здесь 10,16. Здравствуйте. Так, 10,16. Угу. Что ж, двигаемся дальше. Вторая батарейка у нас 580 ампер. Так. 580. Ну-ка посмотрим. Ёперный театр, блин. Аккумуляторщик перепутал провода. Два провода, конечно, тяжело разобраться. Так. Ой, бля, куда погнал? Восемьдесят восемь показывает по соху. Так, записываем вторую батарейку. 88 по заряду 100%. Ну, здесь у нас 98. Так, по пусковому току 502 ампера, здесь 513, вообще непонятно. Здесь получается он меньше показал, чем здесь заявлено, здесь показывает, что больше. Напряжение 12,81, здесь 12,74, 12,81, и по сопротивлению 5,68, здесь у нас 5,50. Так, ну что ж, двигаемся дальше.
Двигаемся дальше. Откалибровать не получается. Нету в этом тестере инженерного меню, какое есть в 600-м. И я вот не знаю, либо придется мириться с тем, что он нас, мягко говоря, наебывает. Либо так, 850. Это 850 ампер у нас. Ну, вот какие-то после заряд из МЭ. Это что такое? Так, давайте запишем 82%. Так, заряд 100. Так, пусковой 702 ампера. 702. Напряжение 12,73. 12,73. И сопротивление 4,15. 4,15. Сопротивление здесь 4,04, напряжение 12,72. По напряжению как бы пихов в пиху. А по пусковому 682 600 и показал. И 702 870. Но сох 82% показывает. Здесь 64. Бляха-муха. И вот здесь вот у нас желтый светофор. Так, ну и реактор у нас последний. Блядь. Неудобно одной рукой, блядь. Здесь у нас 830. Блядь. 820, прошу прощения. Смотрим, что здесь. Так, 100% батарея показывает. Соточку. Зелененький индикатор. Соточку. По заряду 831 ампер якобы выкатывает этот у нас реактор. Напряжение 12,68, сопротивление 3,51. Ну, давайте сравним. Здесь у нас было по соху 93, 790. Вот, блядь, 795 ампер выдаю, 12,64. Разница тоже по напряжению небольшая, в 4 десяточки, соточки, да. И сопротивление 3,47, 3,51. Ну, по сопротивлению очень близко, но в то же время и очень далеко. Но инженерного меню здесь не оказалось, как в 600-м. Вот, настройки прибора. Здесь мы ничего полезного нету. При зажимании кнопки ОК, вот у нас еще выходит, начинает все прыгать. Так, помощь. Окажите помощь мне, пожалуйста. Информация о приборе.
И все. Здесь я ничего сделать не могу. Вот, нажимаю на ОК. И начинается прыгание. При нажимании на вот эту кнопочку у нас идет форма волны. Так, здесь тоже не то. Короче, вот такая коляска с этим прибором, друзья. Сильно разочарован. Пробовал вчера найти прошивку на него. Прошивку также не нашел. Может, кто в курсе, как можно этот прибор все-таки откалибровать. Если кто сталкивался, буду благодарен за совет. Данные печати, печать поток, печать замораживать, форму сигнала, загрузить результаты. Ну, короче, сплошная ебала. Так, просмотр, что здесь у нас просматривать. Ну, также ничего нету. Так, ДТС, что такое ДТС? Просмотр кодов неисправности, удаление кодов неисправности. Нет никаких записан. Ну, короче, нету. Друзья, инженерного меню. И прибор по сравнению с 600-м работает более чем неадекватно. Еще раз, не советую покупки. Ну, при активации диагностики он пытается диагностировать автомобиль. Короче, валяет дурака. Ну, вот как-то так, друзья. И... Ну, спасибо всем за советы, за рекомендации откалибровать, перепрошить. Ну, конечно, спасибо, но, блин, друзья, я тоже не с луны свалился. Пытался это все сделать, но, к сожалению, безуспешно. Буду благодарен за адекватный какой-то совет. И за какую-то адекватную рекомендацию. Может, есть какая-то программа, которой можно воспользоваться и вот разобраться с этим чудом. А пока у меня такое ощущение, как будто тридцатка выкинута на ветер, блядь. А сколько можно было бананов детям набрать? Ладно, друзья, на такой печальной волне хочу пожелать всем добра, удачи. Самое главное, не болейте и берегите свои батарейки. Всем пока.